Друзья, всем привет от замечательного семейства японских макак. В этом семействе живет любимица многих Майя. Вот она, летит красавица. Такая кругленькая стала, аккуратненькая. И вот, друзья, посмотрите, угощают их посетители разными вкусняшками. И макаки с удовольствием угощаются. Вообще, это обезьянки довольно-таки всеядные. Летом, в теплое время года, они, конечно, предпочитают фрукты, овощи, травянистую еду. А вот зимой они не прочь даже порыбачить. Любят ловить рыбку, моллюсков. И тем самым увеличивают свой рацион более калорийной пищей. Ну и, конечно, мелкие грызуны тоже идут в ход. Вот, забавное семейство. И, конечно, Майя здесь придает такую изюминку этому вольеру. Кстати, друзья, макаки, они активно используются учеными в экспериментах. И вот в Китае, чтобы не использовать рожденных в неволе или в природе макак для экспериментов, начали делать уже клонов. Делают клонов макак и вот проводят свои эксперименты медицинские, научные, уже на клонах, считая, что это более, так сказать, с моральной точки зрения подходящие методы. Но клоны наверняка точно так же чувствуют все, поэтому сложно здесь сказать, хотя, конечно, с одной стороны, можно согласиться с таким доводом. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой, за ее приветы из парка Львов-Тайган, вот такие чудесные. А вам, друзья, за ваши добрые комментарии и лайки. Всем мира и добра.